Факты о том, что ты можешь быть скучным и неинтересным. Многим, конечно, будет это обидно услышать, но зная это, ты можешь исправить свои ошибки. Ты часто перебиваешь собеседника, вставляя свои слова и фразы. Ты часто ловишь себя на мысли о том, чтобы человек побыстрее закончил разговор и начали говорить о тебе. Никто не смеется над твоими шутками. Тебе приходится несколько раз повторять слова, чтобы тебя услышали. Об этих вещах тебе родители врали всю жизнь. Если хрустеть пальцами, то к старости они будут болеть. Это неправда, так как хруст — это просто пузырьки воздуха, которые выходят. Если косить глаза, то они навсегда останутся такими. Это неправда. Но если, конечно, в этот момент вас никто не напугает. Если ты будешь лечить зубы, то к тебе прилетит зубная фея и подарит подарки. На самом деле зубной феи не существует. Продукты, которые ты не захочешь есть после этого видео. Многие в детстве любили мармеладные мишки. Так вот, они содержат кожу и кости и другие отходы мясопроизводства. На следующем месте вишня, а точнее ее косточки. Они содержат натуральный яд. Если одновременно съесть порядка 50 косточек, можно даже умереть. Знали ли вы, что в Чарли шоколадная фабрика? Отец Чарли работает на фабрике зубной пасты Смайлекс. А Смайлекс было названием ядовитого газа, созданного Джокером в фильме «Бэтмен». Режиссером обоих фильмов является Тим Бёртон.